80 преподавателей, 15 номинаций за пунктуальность, творческий, инновационный подход. По итогам учебного года каждый преподаватель составляет свой собственный список номинантов, исключая самого себя и руководство гимназии. В этом году я бы отметила, что почти единодушно учителя выбрали номинантов. Мне не трудно было считать. Это считается в полном секрете, я считаю сама. И вот как-то такое, знаете, единодушие, что если вершина мастерства, то наибольшее количество голосов было, допустим, за определенного учителя и так далее. Я так считаю, что это уже показатель зрелости нашего педагогического коллектива. Елена Попова работает педагогом около 14 лет, преподает историю и обществознание. Сегодня она получила награду за творческий подход. Любовь к преподаванию у меня зародилась еще с детства и очень любила играть. Садила кукол и их обучала. Не так давно ее ученики вернулись из Москвы, где завоевали первое место на конкурсе среди сверстников со всей России. Их работа была посвящена защите черепахи Никольского, одного из обитателей Утрижского заповедника. Другая группа ребят только поедет в столицу на конкурс «Моя законодательная инициатива». Он организован при участии Государственной Думы. Ребята предложат повысить статус так называемых гражданских браков для защиты имущественных прав детей. Помимо азов научной работы, ученики Елены Поповой занимаются творчеством, делают цветы из самых разных материалов. Здесь необходимо вложить всю душу ученика в эту работу и внести что-то новое. А наша молодежь, как известно, она способна к творчеству, и всегда их идеи нужно поддерживать. Любимый учитель, друг наш и ангел-хранитель, добрый стихов сочинитель, дай мне дорогу. Награды вручали родители учеников, члены попечительского совета. В этом году 3 специальных приза от руководства учебного заведения за объективные показатели, которые у гимназии всегда на высоком уровне, что отмечают как на муниципальном, краевом, так и на федеральном уровне.